Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить Тропика 6 с дополнением Эль Президенте. Надеюсь, вам это нравится. Я не знаю, как предыдущие серии пока вами воспринимаются, потому что, к сожалению, стримить не очень получается. У Сталина была тайная лаборатория для изучения фекалий лидеров других стран. Но мне кажется, это какая-то желтая пресса, хотя не знаю, напишите в комментариях, реально ли такое было. Перешли мы в эпоху холодных войн. Сейчас будет СССР и США среди стран, с которыми мы можем контактировать. В прошлой эпохе мы почему-то с немцами, с фашистами в основном тусили. Так, давайте посмотрим. Восточный блок и западные державы. Ну, восточный блок, западные державы, я думаю, это... Да, вот, видите, Советский Союз есть. Блин, Венесуэла есть. Надо вначале, конечно, распределить, с кем торговать будем. Так. Ну, тут не так много... Кто хотят покупать, в общем-то, ром в СССР обязательно. Можно больше продадим. Так, а делаю ли я сигары вообще? Консервы точно делаю. Давайте бананы в СССР. Блин, я вспоминаю, как я маленький был и как сложно было бананы в СССР купить вообще. Ну вот теперь я вырос и могу в игре Тропика посылать в СССР банан. Ну, это не обращать внимания, это просто на паузе пишет, что нету электричества. Так, сигарная фабрика есть точно. И была, по-моему... Так, сталелитейный завод я произвожу, сыроварня... Завод. Ну, консервный. Я ищу, где консервный завод. Я ж точно консервы производил. Вот консервный. То есть консервные и сигарные есть. Так что можно и консервы продавать. Может, тут поменьше. Тут как-то не особо много, видите, бонус. Экспорт. И осталось какао, мясо, уголь. Какао я, по-моему, не выращиваю. Ну, мясо давайте. Тоже немного. Так, все торговые пути заняты. Дальше. Сюда приглашаем восточный блок. Сюда приглашаем западные державы. В исследованиях что... А, тут новые у нас появились... Варианты. Все откроем. Позволяет разрешать или запрещать жителям покидать тропика. Независимые СМИ. Сортировка отходов. Запрет собраний. Опытные старые добрые деньки. Психбольница. Загрязнение всех жилых строений уменьшается. Зато затраты повышаются. Блин. Ладно, давайте иммиграцию изучим. Так, мы пригласили в... посольство. Тут мы уже приняли конституцию. Ну, поехали потихоньку. Так, надо вот уже создавать, видите, автомобили производить. То есть более продвинутую промышленность. Давайте глянем альманах. У меня очень много безработных. То есть мне надо бы
более крутое ну, собственно, создавать. Президенте, ваш гений очистить развлекательные туристические строения, пенультима озвучить одну очищайте идею. Строение с помощью свалки или комплекса переработки мусора. Ну, давайте. А где у нас тут комплекс переработки мусора? Станция метро, фуникулер. Общественные службы, да. О, причем свалка уже доступна. Загрязняет окружающую среду, но снижает загрязнение других стран в области действия. И где у нас область действия? Ага, вон вижу радиус. Так. Мне где-то ее в центре надо поставить. Давайте вот... Блин. Вот здесь, рядом с церковью. Нет, как-то... Мне, видимо, две свалки надо будет сделать. Одну мы здесь поставим. А вторую здесь. Вот так. В смысле, сети не хватает электричества? По-моему, все хватает чуть. Ну, это, наверное, после загрузки сейва. Так, на самом деле, видите, баланс плюс 318, так что. Доставить рис... А, вот зачем я сталелитейный построил. Тут не хватает железа. Железо мы вроде добываем. Да. О, президенте. Да. Все очистили. Ну и как теперь загрязнение у нас? Уменьшается, нет вообще? Ну, вообще оно желтого цвета. То есть я не скажу, что прям тут какие-то проблемы с загрязнением. Режим работы. Утилизация промышленных. Снижает. Ну, тут бы я, наверное... Централизованный сбор мусора давайте сделаем. А на этой тут и жилые тоже. Скорость очистки на 120%, а загрязнение самого здания. Наверное, вот тут на промышленные сделаю. У меня как раз промышленность. В основном. О, видите, уже сталь доставляют. Так, как у нас отношения с восточным блогом? Что-то с восточным так сразу круто стало. Так, а сколько работает у нас? Видите, иностранная помощь. На свалках сколько? Трое. Ну, мне надо... промышленность поднимать. Видите, безработных граждан. Что у меня по промышленности? Верфь, сигарная фабрика, это все построено. Кстильную надо ставить. Вот это вот все надо открывать и строить. Тут даже пока денег нет на это все дело. У меня куча... Так, точно, операция возобновлена. Куча работников. Мы там какое-то чудо тырим командосом. Командосами. Президента, сегодня вы выглядите великолепно. Шпионское здание это
очередное вот с трейдами. Это шпионская академия. Так, что народ прибыл? Президенты, раз война окончена, мы наконец-то сможем продемонстрировать миру ваше бесконечное величие. Я так рад! Заимствуем крупный памятник, известный во всем мире. Так, возведите строение загородный дом. Требования экологов. Ну, давайте примем. Только поистине великий лидер может предложить позаимствовать. Собор Василия. Надо украсть собор Василия Блаженного, конечно. Так, денег у нас пока нету. Но это будет возможно только после постройки шпионской академии, видите? А пока мы Тадж-Махал тырим. Ну, и надо, видимо, охоту за сокровищами проводить. Теперь у меня денег не хватает. Жителей у меня дофига. Я их, правда, на работу не могу устроить. И они в халупах у меня живут. Приветствую президента и все подслушивающие шпионы. Я гарантирую, что в данном разговоре не будет обсуждаться. Шпионскую академию, все. Все примем. Блин, где торговые суда? Мне нужны деньги. О, что это за котик? Эти остров в виде котика, да? Мне написали в комментариях, что это типа какой-то стример иностранный создал карту, которую в итоге добавили в игру. Как Ирландия. Мне надо... Плохой мастер винит инструмент. Но для этого ему нужен кожу инструмент. Кожу и сталь. Кожа у нас есть. Сталь тоже делается. Так что все. Доставим. Так. Давайте текстильную фабрику откроем. Но пока строить не могу. Ну, будем покупать чертежи, потому что... А дубильня? Нет. Все, у меня кожа и так есть. Дубильню мне не надо сказать. Буду промышленные предприятия здесь ставить. Так. Можно, кстати, режим работы газеты поменять. Сторонник капиталистами, верующих, промышленников, экологов. Давайте получаем $5. Мне деньги нужны. Ну, вообще из указов работает. Ликвидация безграмотности нормально. Военная полиция нормально. Нет, без... Ну, тут все на деньги, кстати. Если видите, колония поселения убрал. И накормить народ убрал. Мясо. 5 мне денежки прислали. Угроза восстания низкая. Ну, я думаю, что я от любого восстания отобьюсь уже. Даже если они будут, потому что я уже поставил военные башни. Танчики у меня есть. Больше стражи. О. Так, надо строить сразу. Да, блин, достаточно. 10 тысяч стоит. Фабрика. Может, верфи побольше.
Так, точно, операция возобновлена. Продолжаем Тадж-Махал тырить. Блин, как бы сделать, чтобы у меня побольше кораблей? Интересно, если я еще один порт построю, это как-то повлияет на... Порт стоит 9600. То есть я бы где-нибудь с этой стороны порт построил. Рыбацкий причал, это они рыбу добывают. Мне надо, чтобы чаще корабли прибывали. Мне есть что продать, но... Говорят, что война полезна для бизнеса. Но на самом деле для бизнеса полезно заработать кучу денег так, чтобы на тебя не упало ни одной бомбы. Хотите заняться таким бизнесом, президенты? Да, конечно, нельзя забывать о бизнесе. Кто-то должен делать оружие, танки и корабли. Но сейчас тропика нужны хорошо одетые солдаты и побольше парадов. Почему милитаристы требуют ночной клуб? Ну ладно, я, наверное, ночной клуб все-таки возведу. Почему капиталистам не нравится ночной клуб? Сколько, кстати, он стоит? Блин, 4900 стоит чертеж. Электричество будет потреблять. Но мне кажется, сначала все-таки надо промышленность ставить. Все больше безработных граждан. У меня уже 1/6 бездомных. Текстильную фабрику могу. Поставить. Самолет сел в 9 часов по местному времени. Мое тело до сих пор считает, что сейчас 6. Так. Мы украли чудо? Блин, да, украли Тадж-Махал, но построить еще не можем. Нужны деньги. Промышленность в первую очередь строю, чтобы, ну, создавать товары, которые можно продавать. Пожар, ну, мы, по-моему, да. Ух ты, сам дворец горит? Нет. Трущобы за дворцом горят. Хлопок, шерсть. По-моему, я и хлопок выращиваю, и шерсть. Так, бананы, ананасы... Кофе, хлопок, да, хлопок есть, а шерсть, молоко, мясо, шкура, кожа, да, и шерсть есть. Все, пошла ткань создаваться, отлично. Что мы следующее построим? Послушайте, задание. Президенты, мы с ним похожи, как две капли воды. Я просто больше и лучше, потому что что-то произвожу. Он лишь обменивает деньги и надеется на лучшее. Опытные поля, исследователи, сдать указ, а тут возвести поле для гольфа. Вы же не думаете всерьез, что строить заводы лучше, чем играть на рынке? Пожалуй, теперь с капиталистами. Акции, бонды, облигации, ну же, пресс, против промышленников. Поддержите победителя. Вы же... Ну я пока это ничего не буду возводить, то есть это пока денег нет, но вы держитесь. Мы начнем промышленность делать. Так, оружейный завод. Мне никель добывать здесь надо. Какао и сахар. Сахар, по-моему, есть. А вот даже у меня 3 поля сахара для рома. А, давайте глянем. Плантации. 1, 2, 3, да. И какао даже есть. О, значит, сахар и какао есть, поэтому я бы шоколадную фабрику Вилли Вонки построил.
мебельная тоже перерабатывает. И мебельную можно поставить, кстати. И шоколадную, и мебельную. Блин, так мало как-то работников. Не хватает всех занять. Не волнуйтесь, президенты, эти толчки не предвещают большого землетрясения. Пока вы не скажете, что именно оно... Сейчас, походу, куча потерянных зданий будет. Приготовьтесь скакать вместе с показателями шкалы Рихтера. В Тропико приходит землетрясение Опра. На этих выходных все мы неплохо встряхнемся. Землетрясение Опра, блин. И порт я бы построил все-таки еще один. Наверное, надо порт построить. Землетрясение закончилось, всего лишь одно здание, видимо, пострадало. Что? И какое? Так, тут железо. Ждем, грузовое судно пришло. Порт. Надо все-таки порт, наверное, построить. В первую очередь, чтобы чаще корабли прибывали. Кто-то за сокровищем получили чертеж контрольно-пропускной пункт. Это где такой? Можно разместить на дороге, чтобы проверять проезжающих на предмет тайных ролей. Ну, так себе оно мне. Тут бабок прислали. Так, вот вообще с торговлей. Я бы и порт, и вот здесь еще торговых лицензий на 15 тысяч стоит, блин. Ром продается, бананы продаются. Все продается. О, 12 тысяч. Так, давайте порт. И что там пишут про него? Ну. Вроде как... Действительно будут чаще приплывать корабли. Посмотрим. Следующее у нас на очереди шоколадная фабрика. Давайте купим чертеж. Так, ее 6500. Граждане требуют провести выборы. Потрясающе. Ну, 70% поддержки, я думаю, что... Удовлетворенность верой, развлечениями. Давайте удовлетворенность работой. Вот я буду... Так, похвалим экологов, обвиним никого и пообещаем улучшение работы. Жители Тропико, мой народ, мои дети, ваше процветание – это моя честь. Опять мне Ирина Перес противостоит. Моя вера, я смиренно принимаю вашу любовь. Вы мой Тропико. Да, жизнь безработных нелегка. Я это понимаю. Работа – это все для меня. Но уже скоро... Ну, это реально, он говорит вот то, что я и думаю. То есть я хочу улучшить работу. О, блин, пожар очередной, что ли? О росте. Тропико нужно рудник. Расти, как живучему сорняку. Но даже у сорняков есть друзья, и это так, где там наши пожарные? Земли. Все мы разделяем их любовь к природе. Вы спрашиваете меня, что до сих пор в поместье не все заполнены. Президенту пришлось рассказать всем начальникам Тропико, как решить проблемы с работой и создать новые рабочие места. Если условия не улучшатся, я привлеку их к ответственности.
именно вас, друзья мои, я благодарю за то, кем я являюсь сегодня. Быть президентом... Что за восклицательный... Да здравствует Тропико! Непонятно, так. Ну что, стали больше прибывать корабли? Ну да, в общем, на этот... В этот порт вроде как приплывают. Вон, во всяком случае, плывет что-то. Ну и что? Я не вижу денег из этого судна. Сначала мы гражданам дадим работу, потом обеспечим жильем. Блин. Только появились деньги, сразу ушли куда-то. Я пришел к вам сразу, как только раздобыл их. Это ухудшились отношения немного с Советским Союзом. Поддержка все равно 77%. Хватает бревен. Может, мне еще добычу леса какую-то поставить? Все равно нужны рабочие места. Миграцию исследовали. Так, это тема Конституции. Колледж, коктейль-бар, Федеральный собор. Давайте еще Конституцию поисследуем. Так, теперь мы можем в Конституции добавить иммиграцию. Люби или оставь в покое. Вероятность того, что недовольные граждане останутся в тропике, снижается на 50%. Свобода передвижения. Все граждане имеют право перемещаться по территории страны. Лучшая страна по имени. Гражданам запрещается эмигрировать. Не, давайте, наверное, свободу передвижения. Я не могу принять пока, да? Ну, открыто. О-о-о-о, денежки появились, так. Шоколадная фабрика. Шоко-шоколадка. Ставлю. Как у нас загрязнение? О, это свалка, да. И это, так, ну, в принципе, а все остальное. О, видите, убираем тут. Ей не хватает. Все остальное очень неплохо даже. Помните, любить Эль-президента - ваш гражданский долг. Помните, любить Лешу Халецкого - ваш долг моего зрителя. Немедленно лайки ставим видео. Так, следующее мы, наверное, мебельную фабрику сделаем. Но все-таки сначала я лесопилку поставлю здесь. Чтобы больше досок было. Там периодически не хватает досок. А потом будет мебельная фабрика.
Наверное, железа не хватает. Слишком далеко. Он не добывается особо. Дар... Ой, 10 тысяч рейд принес. Отлично. Так, какао и сахар. Ну, какао мы вообще ни на что не тратим. По идее, мне должны его сюда привозить. Сахар мы тратим на ром, но... Вроде... Ой, этот собак нес. Нес ромовый заводик. Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют за вас, президенте. Пусть голосуют. Ты, конечно, 74%. Меня не поддерживают только 6%. Наверное, те бездомные, безработные бедняги. Я их прекрасно понимаю. Ну, кстати, в плюс уже деньги идут. 14 тысяч. Так. Ну, время мебельной фабрики. Давайте тут режим работы. Подождите, я лесопилку что ли поставил? Блин. А, давайте... Лагерь лесорубов здесь же. Это я, ну, как всегда, невнимательно. Так, лагерь лесорубов и... на мебельную фабрику. Такой промышленный райончик, на который работает мусорная... На выборах? Вы просто... Так, всех разобрал. Так, значит, тут свободу перемещения ставим. Я знаю, что вы всегда держите обещания, президент. Да, для удовлетворенности работы надо повышать. Победа Эль-Президента очевидна. Наш вечный главнокомандующий остается с нами. Все железо. Кроме как здесь. Там. Походу надо нести эту ферму. Плантацию. У нас тут табак, да? Ладно, пока денег нет, надо плантацию табака, а потом шахту по добыче железа. На мебельной фабрике не хватает досок. Ну, я, в общем-то, поставил здесь добычу дерева и лесопилку. Стоит еще один порт поставить. Реально так быстрее суда прибывают. Так, пошло производство мебели. Пинск древ. Все меньше безработных. Отлично. Так.
Не могу никак плантацию поставить. Еще одну. Надо плантацию табака в другом месте. Эту, соответственно, снести. И тут добычу железа поставить. Блин, и похоже мне... О, тут начинает сахара не хватать. Еще плантацию сахара. И вырубку деревьев еще одну. Чертеж коктейль бар добыт. Наконец-то. Правда, все равно денег нет. Ничего это строить. Угроза восстания понизилась. Да, ёлки-палки, что пожары постоянно, ну все халупы горят. Мне с жильем надо что-то делать. А денег нет. Но вы там, да, у меня бездомных слишком дофига. О-о-о. Плюс вышли. Так, значит, сначала табачную плантацию переносим. Табак. Где у нас табак норм? Вот здесь нормально растет. О, вот тут зелененькая. Так, здесь табак строим. Когда построится, тогда удалю здесь табачную ферму. Я не понимаю, что это за восклицательные знаки над мусорками. Вроде все нормально, они работают, они очищают даже, все мне нравится. Анонсирование исследования национальный праздник. Так, есть. Или нет? Так, табачную построили, что улучшим? Ближайших ферм. Нет, давайте вот обширную... Нет, пока не буду ничего улучшать. Здесь, значит, табак, табачное убираем. Надо добычу железа поставить. Один из наших слушателей спрашивает, как узнать, шпион или мои соседи? Ответ дворца. Не полагайтесь на удачу. Следите за всеми. Полностью согласен. Будьте осторожны, следите за всеми. Так, рудник, железо. Не ругайся. Поле для гольфа, ночной клуб. Я так понимаю, что это мне ничего еще не доступно, это все покупать надо. Так, ну ночной клуб это развлечение, а поле для гольфа это, наверное, туризм. Не вижу. Наверное, тоже роскошные развлечения, скорее, да, тоже. 6000, 4000, да. Блин, наверное, надо порт еще строить. Как бы промышленность работает, а продажи не растут. Вот тут я сейчас порт поставлю.
Боремся. Странно, что удовлетворенность работой. Так, а что они хотят? Чтобы увеличить среднюю удовлетворенность работы и снизить уровень безработицы, давайте больше. Но это понятно. Повышение бюджета. И бюджет надо будет увеличивать. Но сначала мы безработных сделаем, чтобы не было. О, 10 тысяч. И куда они делись, эти 10 тысяч? По-моему, они не добавились. Вот с грузового судна, да, добавилось. А с рейда я что-то не увидел, чтобы добавилось. Церковь, часовня горит. Интересно, повышение... О, режим работы. Цель про отцов, подождите, какая-то добыча рыбы. Давайте дрифтерный лов поставим здесь. Так, а в портах что можно сделать? О, строим порт еще один. Ну, это явно влияет количество портов на доставку денег кораблями. 47 безработных граждан. В порту у нас 6 работает. Ну, дальше пойдем по промышленности, значит. Что у нас еще? Текстильное есть. Оружейный завод. Ювелирку. Да, мы золото добываем. Ювелирный завод следует. Значит, на очереди. Чем-то подозреваете соседей? Чертеж, радиостанция, это будет отлично. Кстати, я бы построил радиостанцию. Немедленно сообщайте об антитропиканских настроениях. На всех занятых поблизости работ. Там вот рядом с промышленностью, видимо, построим. Недорого стоит, 2400 всего лишь. По божеству. Так. Грузовое судно плюс 0. Так, сигары проданы. Что мы можем... Что тут выгоднее всего у нас? Бананы, бревна... Уран. Лодки. Давайте лодки. Продавать. Ром, бананы, консервы, мясо, лодки. Так, пошло в плюс. Значит, я завод ювелирный. Теперь хочу строить. Ну, короче, 13 тысяч где-то надо на ювелирный завод. У меня будет самодостаточно, я не знаю, вот зачем мне вообще кто-то, когда у меня
будет на острове производиться вообще все. Конституция может быть изменена, но мы ее изменять не будем. Мне все устраивает, жители моих все устраивает, по-моему. Да, что-то третий порт не так много генерирует прибыли. Блин, я, наверное, не выполню обещание трудоустройства. Нет, я, конечно, могу просто везде улучшить условия труда. Но зачем мне это? Да, видите, прибывает судно 0. Просто плюс 0. Нечего покупать. Получается. Или просто... Подождите, может в этот порт еще не... Да, видите, на всех... На каждый порт должны что-то доставлять. Мне, наверное, стоит построить еще одну... Компанию перевозчиков. Особый доклад канала Uno сообщает, что это Эль Президенте. Мы ни капли не сомневались. Но сначала все-таки, наверное... Блин, везде пожары бушуют. Сначала все-таки завод ювелирных этих. Видите, когда тут со склада забирают, то в порту ноль становится. Тут ананасы и железо есть. Бананы, кофе, шоколад, сталь. Бананы. Низкая угроза восстания появилась. Пятьдесят из 56. Как вообще у нас по удовлетворенности? Ну, повышается, между прочим, несмотря на то, что очень мало жилья. Вообще, ну да, меньше всего удовлетворены жильем. Зато свобода, криминальная безопасность, здравоохранение до сих пор очень неплохо держится. А у меня тут в моих клиниках что-нибудь новое, современную диагностику можно сделать, но денег нету. Тут рейды ночной клуб не... Кстати, а загородный дом это что? Наверное, туристическое. Нет. Что за загородный дом? Промышленность, ну, вот загородный дом. Жилье низкого качества для обеспеченных. Это странно, я квест взял. Мне этот загородный дом вообще строить. Так, давайте мы купим чертеж. Я бы, конечно, и оружейный завод построил. Ну, 18 тысяч стоит. И плюс мне надо шахту никеля. Рудник. Никель, где у меня никель есть? Да, вот он. Блин, что-то не очень удачно. Это какой-то завод стоит. Ну, тут можно будет, кстати, дорогу просто убрать. А что за завод?
Сыроварня и сталелитейка. О, чертеж нефтяной скалы. Могу нефть добывать. Тоже приятно. Хотя, где у нас нефть? Она есть ли у нас? Ну, как в Циве, знаете, нефти нет. Ну, да, вон две скважины имеются. Я так понимаю, что тут всегда все есть. Это размещение может быть где-то далеко. Периодически помните, не хватает дерева. Это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила. Кофе – ананасовый сок. А тропико – будущее. Оставайтесь кофе, на канале Кофе – ананасовый Уно. Сок. Велирочка 9500. Исследование выполнено независимость СМИ. Это, опять же... Так, институция повышает вероятность успеха пропаганды, передаваемой на 2%. Все здания СМИ снижают свободу. Свобода СМИ по умолчанию и повышает доход СМИ на 100%. Давайте спонсируемый контент попробуем. Вдруг денежка будет какая-то капать. Радиостанцию надо поставить, но сначала ювелирную мастерскую. О, наконец-то деньги появились. Так, а теперь контору перевозчиков еще одну. Вот здесь надо где-то. Просто вот это здание текстильной фабрики так на контору перевозчиков похоже. О, у нас ничего не исследуется тут. Старшая школа, пожарная станция открыта. Какой-то режим работы у пожарной станции открыт. Казино, этническая резервация, кинотеатр, туристический порт. А, давайте попробуем альтернативный источник энергии. Так, а пожарная станция, что за режим работы? Где вообще у нас пожарная станция? Где-то я ее ставил, по-моему. Вот она. Так, в области действия вероятность выживания в горящих зданиях повышается на 30%. Качество всех жилых строений в области повышается на 5%. Затраты на обслуживание всех же зданий снижаются на 10% при базовой производительности. Давайте технический надзор сделаем. Чисто, потому что качество жилых не очень... Твое обещание улучшить жилье, да, не выполнил. Ну, золото у меня добывается вот здесь. Куда оно девается, другой вопрос, конечно.
количество рабочих мест увеличил. Все меньше и меньше безработных граждан. Я упор в промышленность, конечно, делаю. Ну, давайте теперь оружейный завод прям. Так, нет, вообще вопрос. Либо сделать оружейный завод, то есть мне нужно еще добычу никеля. Он стоит 22,5. Либо завод пластмасс. Но тогда мне надо еще и нефтяную шахту поставить. Давайте, наверное, начнем с нефтяной шахты и завод пластмасс дальше. Это как-то оружейный пока выглядит. Не особо возможным. Ядерные ракеты. Будущее войны или разрушительное безумие? Новое сообщение дворца говорит, вот что это... Не могу понять, все-таки лучше с тремя портами или хуже. Потому что все то же самое привозили в один порт. То есть приходили корабли и все оттуда покупали, так? Финансирование исследования, налог на богатство. Что за налог на богатство? Каждый богатый или несметно богатый приносит вам $5. Отношения с капиталистами ухудшаются. Давайте посмотрим. У нас богатых только 15. То есть $5 там 75 что ли будет. Соответственно, нет. Какие еще указы тут возможны? Накормите народ нет, колония поселения нет. Бесплатные колеса, даже бездные граждане могут использовать машины. Отношения с капиталистами. Ну и в чем прикол, что они типа могут из своих домов ездить, но у нас и домов-то не особо много построено. Так, ювелирочка пошла создаваться. И нефтяная скважина. Я бы тут гидроразрыв толба сделал. Граждане требуют провести выборы, президенты. Похоже, они... Давайте потрясающую речь проведем. Кому возведем хвалу? Давайте верующим. Никого не будем обменять. Тут я ничего не могу обещать, потому что прошлое не выполнил. Давайте удовлетворенность жильем теперь. Жители Тропико, мой народ, мои дети. Ваше процветание – это моя честь. Ваша сплоченность – моя вера. И, наверное, больше торговых лицензий теперь надо. Завод пластика надо построить. Вы мой Тропико. Завод пластмасс. Я знаю, как вы страдаете. И после этого... Стены трясутся, а крыши протекают. У тех из вас как бы сделать так, чтобы, например, золото не продавалось? Крыши будут у всех, а стены... Похоже, никак. Многих. Пока мы трудимся, я знаю, подождите. Господь не оставит наши прекрасные берега. Торговля. Духовенство это гарантирует. За это мы и многим обязаны, как в этой жизни, так золото и в следующей. Золото уберем. Я смиренно даю обещание. Украшения 16500 стоят, а золото 8000. Помните, золото не продаем просто. Голосуя за Эль Президенте, вы голосуете за меня. Так, чего еще не хватает? Сахара не хватает, да? Давайте и сахар не будем продавать.
Правда, я думаю, не поэтому не хватает, а еще из-за того, что мы какао производим. Так, здесь надо 15 тысяч на все это дело. Набрал задание, ничего не выполняю, но хорошо тут не по времени. Так, плюс вышли. Ну, откроем завод пластмасс. Все, я уже практически решил. Ну, давайте завод пластмасс строим. И дальше займемся решением жилищной проблемы. Я для этого указ приму, вот этот. А, я не открыл городское развитие. Мне вот это надо, городское развитие, принять указ. И, кстати, его надо исследовать, в общем-то. Давайте. А, подожди, или я его открыл, а просто у меня денег нету его принять. А, недостаточно, да, 7500, точно. Вот я его приму. И там будут дешевле стоить все дома. Старшая школа. Ну, тут какие-то режимы новые появляются. Военное обучение. Приходские. Нет, так, надо все. Обычное обучение пускай будет. Кукуруза, кожа, консервы. Молоко, сыр, сигары. С другой стороны, мне надо больше... Еще радиостанцию я хочу построить. Мне постоянно денег не хватает. Такое же, такой вроде развитая у меня промышленность. Все так весело. Работает, шкварчит. Непонятно. Ну, сказать, из дипломатии 52-71, нормально. Нефть, я так понимаю, продается. Сейчас сколько стоит нефть? 7400 за баррель. Если за баррель, то, конечно, крутые цены. Все, строим завод пластмасс. Наверное, радиостанцию я еще построю.
Видите, чтобы на промышленные здания оно влияло. Да, мне кажется, надо ставить. Так. Отлично. Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют. Нет, пусть голосуют как хотят. Я думаю, что я тут неплохо пока справляюсь. Тут золота постоянно не хватает. На выборах вы просто разгромили все. Нет, ничего не будем менять. Так, на радиостанции что? Какие варианты? Канал 1. Немного повышает уровень одобрения граждан, работающих поблизости этой радиостанции, когда они идут на работу. Снижает уровень. Так, реклама общественных. Вы получаете $8 за каждого гражданина, работающего поблизости. О, вот это я бы поставил. Так. Качество предоставляемых мне не надо. Ну вот теперь надо на жилье, видимо, начинать копить. Безработный, собственно, с безработицей более-менее разобрался, а вот с домами большая проблема. Это что с электричеством? Плюс 260. Это дофига. Это хорошо. Банан, мясо, шкура, кожа, консервы, сигары. Ну вот, тут уже во всех портах у нас есть что продать. Копим деньги. На то, чтобы принять указ и начать строить жилье. Пластмассы. Ну-ка, интересно, сколько стоит... Не, ну, нет, сейчас я уже 7400, а пластмассы... 2600. Смысл мне тогда... Так, явно нужна еще одна... Все-таки... Золотая шахта. У меня, по-моему, было место для золота, да. Вот оно. Не хватает золота. Здесь
Бревна, предположим, это редко, как раз когда не хватает. А что там по поводу новых электростанций каких-нибудь? Атомная, хорошо. А эти электростанции как-то улучшить можно? Можно. Качество работы повышается, уменьшается загрязнение, и можно нефть еще сюда. Ладно, пока не будем. Значит, пока копим деньги на... на жилье. Тем более, что с жилья мы тоже будем получать поближко. Кстати, а что у нас? Коммуналка, многоквартирный дом. Жилое строение хорошего качества, вмещает 10 человек. А здесь же более низкого качества вмещает 16 человек. Ну, я бы открыл многоквартирный дом на самом деле. Коммуналку бы я не строил. Хотя... как минимум бедными должны. Давайте все это открою. Я так понимаю, что вот эти дома я не могу никак апгрейдить. В плане улучшать в... так, ну и давайте, наверное, принимаем указ. И хотя людям нравится. И поехали строить. Давайте многоквартирный дом сначала. Вот здесь. В тропику появились летающие машины. Сейчас так, они не могут пролететь и секунды, тогда... но наши ученые усердно над этим работают. О, сразу види, как заселили его. Электрифицируем 32 ватта. У меня 260. Дофига, так что... нормально. Так, давайте еще многоквартирный дом здесь. Так, так у нас тут с бездомными уменьшается. Видите, жилые здания еще и доход дают. Так, консервы прекратили. Ром, банан, лодки, мясо. Что у нас тут есть? Кожа, кокос. Консервы, пластмасса. О, давайте пластмассы. Поехали. Так, что у нас с коммуналками? Это качество. Давайте автовосстановление поставим. И электрифицируем, конечно. Здесь тоже. Так, тут парк даже разобью. Вместо трущоб. А, это подстанция у меня.
Так, ну что, народ заселяется. 16. Здесь 32, то есть 50, 56 я уже жильем обеспечил. Хорошо. Так, ну, по слоям посмотреть. Загрязнение. Не хотелось бы ставить совсем уже рядом со свалкой. Где у нас халупы? Надо ставить жилье там, где халупы у нас. Вот видите, здесь халупы есть, да? Может, рядом с домом Эль Президенте оформить многоквартирник? Ну, приятно, это будет такое престижное жилье. Смотрим, где у нас еще халупы имеются. Если тут были халупы, они в коммуналочку переселились. Вот эти халупы, наверное, точно сейчас уйдут. В этот дом переселятся. Ну, плюс пошло. Пошло в плюс. Электрификация. Как у нас тут? Плюс 44. Бездомных граждан 50. Так. Осталось найти еще одно место, где... Ну, вот тут халупы у нас имеются. Какая-то одна халупка. Здесь. Здесь и здесь. Так, вот тут я бы, наверное, еще дом построил, получается. Так, все-таки. Ну, я понимаю, что рядом с заводом, но... Что поделать? Ну, теперь я уже в плюсе практически постоянно. Уже можно, наверное, начинать квесты выполнять. Теперь за дополнительную плату граждане получают особый статус. Кстати, полицейский участок, а нужен ли он полицейский участок? Мне вроде сегодня. Нормально с безопасностью все. Сколько жить стали. Ну, в общем, видите, свободное жилье есть, то есть уже не живут в жилье, потому что просто далековато. В общем-то, я вышел на нормальное существование. На этом я эту серию закончу. Пока. Опять же, продолжение зависит от ваших комментариев, лайков. Но вроде как в эпохе холодной войны мы себя более-менее нормально чувствуем. Так что надо будет в следующей серии вот эти квесты выполнять. Играйте в умные игры. Вы слышали Алексея Халецкого. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!